когда двоечку делал, кто будет тебя? И вот мы сейчас точно так же, по той же самой схеме, но он бьет двойку ногой. Ногой рукой. Да. И мы тут так. Бам! Движение отсекаю. Бам! Здесь. И все с вами раз. Бам! Значит, сейчас мы так работаем. Можете прыгнуть где-то по-разному. Для улицы нам все равно, для спорта нам по мульти, по лицу, а для улицы наоборот. То есть. Оп, оп. Да. Вот так. И умляжем. А вся схема остается та же самая. То есть, например, дистанция длинная не будет бить, а соответственно мне будет попадать до кого, я забыл, где попаду. Потому что человек высокий, и мне будет вот это быстро. Покороче, побыстрее пролетит. Значит, получится раз, и вот оно мне здесь. Соответственно, мне зачем бить? Ему устраивать удар или каким-то локтем. Да? Зачем не локтем бить, когда я бабу, но сознание теряет. И все. То есть, понимаете, да? То есть, все то же самое организуется. Ау! Поехали. Понятно? Все ручки двигаются подряд. Все ручки двигаются уже.